Привет всем! С вами Султан Доты и мое самое оригинальное приветствие в мире. Ну что ж, я сейчас буду насылать на вас волны информации. Вы чуете, да? Пошла информация. Для чего мы здесь все сегодня собрались? Да, в первую очередь, это кто-нибудь, может быть, знал, кто-то не знал, но в любом случае я этого не знал, поэтому я решил снять видео. В Доту наконец добавили пользовательские карты. В первую очередь речь идет о Пуджи Варс, ну и Инвокер Варс, это уже второстепенно. То есть эта карта, по-моему, насколько я помню, была в первой Доте. Да, была. В первой Доте это была просто отдельная карта Warcraft. Если память не изменяет, это было очень давно. Так вот, в принципе, может быть, год назад еще был вариант, как через Доту вторую играть Пуджи Варс. Для этого там нужно было зайти на какой-то сайт убогий, да? Скачать какую-то программу, которую ты даже не знаешь. Что за программа, ни подписи, ничего нету, да? И на свой страх и риск. Я бы никогда такого не сделал. Никогда. Но! Теперь мы можем играть официально через саму Доту. Что мы для этого делаем? Ну, хотел бы сразу сказать очень важную информацию. К сожалению, пока это доступно только для тех, у кого 64-битная система. К сожалению, увы и ах. Ну и скоро будет доступно всем. Открываем Доту, нажимаем «Играть». Видим пользовательские карты, игры. Нажимаем. Здесь мы пока ничего не выбираем. Когда вы нажимаете кнопку, у вас здесь будет надпись, вот где мой курсор, да? Здесь будет написано, типа, вы можете скачать где-то дополнение и так далее. И это работает только на 64-битных системах. И там будет ниже кнопочка «Установить». Здесь вот. Вы просто нажимаете эту кнопочку, в Доте начинается загрузка. Весь этот файл, потому что там будут все всякие дополнения, там, карты разные и так далее. Все это будет весить 5 гигабайт. Ну, даже сказать точнее, 5.6, то есть 5 гигабайт 600 мегабайт. Это многовато, да. Все, это вы просто скачали, все полностью автоматизировано. Кстати, я еще ни разу не запускал. Теперь выбираем регион. Да, это, конечно, сложный выбор, я не знаю, что здесь выбирать. Я бы выбрал Китай какой-нибудь, потому что со мной рядом Китай. Ну, Сингапур давайте выберем. Теперь смотрим, что у нас здесь есть. Пока я ничего не вижу. Не вижу. Кстати, я первый раз запускаю, заметьте. Первый раз. Мне скажут, что есть такая фигня. Ну, давай. А, все, дошло. Я вспомнил. То есть сейчас мы видим вот локальные файлы, да? Adventure Example. То есть это можно создать будет локальное лобби, но нам нужно сделать по-другому. Нам нужно скачать карту. Карта скачивается в Steam. Сейчас тогда я отдельно Steam это начну записывать, потому что так не получится сразу из Dota записывать в Steam. Так! Потом дальше мы делаем следующее. Открываем сам Steam. Ну, можно там временно Доту закрыть. Сообщество. Нажимаем. Переходим в мастерская. Надо все сделать правильно. Потом пролистываем. Находим здесь Доту. Dota 2. Нажимаем Dota 2. Потом нажимаем пользовательские карты. Игры, карты, неважно. Суть одна и та же. Где-то здесь можно сделать сортировку. Вот. Обязательно делаем сортировку с наивысшим рейтингом за все время. Так мы увидим самые популярные карты. И, собственно говоря, мы увидим Pudgy Wars. Вот. Это все карты, которые вы можете прямо сейчас запустить в Доте. Вы меня слышите, да? То есть, это Pudgy Wars, Legend of Dota, Invoker Wars, Skillshot Wars и бла-бла-бла. Сначала, видите, это все в режиме разработки находится, но потом, скорее всего, тогда же режим будет добавлен в Доту полностью. Нажимаем Pudgy Wars. Нам нужно скачать эту карту. Подпишитесь, подписаться. Потом через некоторое время Дота начинает загружать карту. Все на автомате. И ждем. Ждем. Сейчас загрузится карта, и мы пойдем в Дотку. И я впервые лицезрею эту карту. Впервые. Далее мы заходим опять в игра.
пользовательские игры. И открываем закладку или лобби друзей, если у вас друзья играют, да? Или подписки. То есть мы же подписались, вы помните, вот наша подписка. Нажимаем Push Wars. Создать лобби, отписаться. Не, прикольно сделали, мне очень нравится. Создаем лобби. Тут все уже стоит на автомате. Название лобби, пароль, сложность нам не нужна. Я готов. Давайте запустим. Все. Все, смотрите. Когда я нажал, да, создать лобби, у меня свернулась игра. Ну, само собой, Бандикам перестал записывать. И вот, он заново, по-моему, запустил доту. Все, в итоге у нас все создано. Вот так у нас выглядят новые Pudge Wars. Так, сейчас у меня громковато немножко. Заметьте, да, что дота это не которая была до этого. Она тоже изменена. Видите, здесь все по минимуму. Когда я выйду из доты, у меня запустится старая дота. Здесь типа такой вариант, а максимально сжатый. Сейчас, секунду. О, так здесь еще и громкость. Видите, здесь некоторые настройки сброшены. Да, то есть громкость у меня была другая. Поэтому нужно было заново настроить громкость. Опа! Вот такая вот история. Вот так у нас выглядит карта. Кто играл, я думаю, не помнит эту карту. Кто не играл, в чем суть карты? По-моему, здесь можно, да, здесь можно играть десятером. С одной стороны, 5 человек, все пуджи. И с другой стороны, 5 человек, все пуджи. У всех есть хук. Задача, в первую очередь, надо убивать другого пуджа. Все. То есть вы цепляете пуджа, перетягиваете на свой остров, убиваете. Также плюшки, видите, летают разные. Можно ловить плюшки. И все. Суть игры в том, и победит тот, у кого больше очков. Это тот, кто убил больше всех пуджи. Вот и все, все просто. Также здесь есть магазин всякий раз. Здесь можно, видите, прокачивать способности свои. Пока, видите, кстати, все на английском пока, но это потом переведут. О, что появилось. Нифига у меня скиллов. Так, ну они что-то не нажимаются. Ну, суть не в этом. Короче, потом здесь можно покупать предметы. Ну-ка, не успею. Да, видите, медленно летит. То есть, здесь хук не совсем как в обычной доте. Здесь он медленнее. Также, заметьте, вы прокачиваете еще сам хук. То есть, он будет летать быстрее. Там, будет оскакивать. Там, три сразу хука подряд и так далее. Хотя, здесь, конечно, могли все изменить. Не забывайте. Ну, смотрим. Здесь есть колбы, регена. Реген, потом обсервард, например, чтобы видеть на территории врага, нам же сейчас не видно, мы можем, нас, например, притянули сюда, да? Мы поставили вард и все, мы теперь все видим. И еще куча итемов, все надо изучать само собой, все это читать надо. Жалко, что на английском пока. Давайте какую-нибудь плюшку поймаем быстренько и все, в принципе. Очень интересная игра. Кстати, я вот забываю все время сказать, вот. Что я хотел сказать? Если у вас есть 64-битная система, обязательно скачивайте эту карту, да, устанавливайте. И я буду играть потом со зрителями. Легко. Мы с вами поиграем в эту карту, поугараем. По скайпу поиграем, да, на запись, само собой. Потом я выложу на YouTube. Это будет в скором времени. Вот. Ну-ка, профессионал, топовый игрок. Молодец, видите? Поймал хосту. Давайте еще одну руну поймаем и все. То есть вот у нас есть хоста, дает нам ускорение. Например, если бы здесь был бы враг, я бы кинул в него хук, да? Я бы притянул именно на этот остров, и он бы здесь бегал. И он бы никак сам не вернулся. То есть его могут только свои союзники притянуть обратно. И когда вы кидаете хук, вы наносите урон, да? Ну, когда заканчивается ХП, враг взрывается. Типа подыхает, ну... Мясо такое, мясо. Разлетается мясо. Так. Ну-ка, еще мне давайте одну руну, и все, и мы закончим. Во! Ну-ка, батька! Наперед, хук наперед! Расчет! Баг! Все, баг! Это по-любому был баг в игре. Вы сами видели, что я все сделал идеально. Все, багованная карта, не играйте в нее. Ну так, само собой, нельзя. Видите, отскакивает хук. Здесь какая-то шляпа. Интересная карта. Конечно, она отличается от первой доты. Все красивее гораздо. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ага. Ну вот так вот, да? Кстати, могут даже притянуть сюда вот в озеро. Такое тоже бывает.
Ну все, еще раз говорю, скачивайте эту карту, и мы потом будем играть вместе с вами на запись. Мазафака, я не успею. Все, всем спасибо за просмотр. Комментируйте это видео. Каждый комментарий ваш важен для меня. Я все комментарии читаю. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Смотрите, что я купил. Баррикада. Да, Уася, баррикада. И все. I'm afraid. Иху-ху. It's not Иху-ху. ready.